В Щелковской школе номер 16 прошло посвящение в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 17 учащихся в торжественной обстановке, стоя перед своими товарищами, дали клятву с честью и гордостью нести высокое звание юноармейца, а значит, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Новобранцам вручили документы, удостоверяющие их вступление в ряды юнармии. Я очень рад, что я получил книжку. Я тоже уже год занимаюсь юнармейскими делами. Один из самых важных дней в этом году, потому что в этом отряде я уже достаточно много лет. И для меня это гордость получить эту книжку, потому что я ее очень долго ждала. Юнармейский отряд «Родина» действует в 16-й школе с 2018 года и активно участвует в общественно полезных делах. Ребята занимаются непосредственно волонтерством, помощью, сбором, гуманитарной помощью, помощью пенсионерам, семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Отряд «Родина» по результатам работы за год сумел стать лучшим подразделением юнармии в городском округе Щелково, выиграть областные соревнования по военно-спортивным дисциплинам. Принятым в его ряды новобранцам предстоит продолжать добрые дела своих старших товарищей. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.